Проекты по реконструкции очистных сооружений Верхней Волжии обсудили на встрече губернатор Игорь Руденя и председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг. Как известно, одна из его дочерних фирм является подрядчиком работ по модернизации, который сейчас в самом разгаре. Реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений Твери является одним из самых крупных проектов в регионе. Это один из этапов реализации федерального проекта оздоровления Волги». Мы планируем в ближайшие годы при федеральной поддержке провести в регионе масштабную модернизацию очистных сооружений, значительно сократить выброс загрязненных сточных вод, отмечает губернатор Игорь Руденя. По результатам проведенных конкурсов подрядчиком стала компания «Ротек», в которой отметили, все это хозяйство, когда-то бывшее одним из самых передовых в стране, нуждается в серьезной реконструкции. Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 70-х годах, и поэтому на данный момент, конечно, нужно это все дело модернизировать. Будут реконструированы аэротенки, 10, значит, вторичных отстойников, заменены воздуходувные машины на более энергоэффективные. Сейчас реализация проекта находится в самом разгаре. Активно идут строительно-монтажные работы. В частности, это устройство кровли и возведение стен здания воздуходувной станции, строительство трансформаторной подстанции, реконструкция двух вторичных отстойников. Ведется капремонт двух аэротенков. Это вот такие резервуары, где сточная вода смешивается с активным илом, и происходит ее биохимическая очистка. Вот на одном аэротенке у нас, значит, начаты работы по возведению железобетонных конструкций. На втором аэротенке производится демонтаж. Сколько людей работает в сумме? Порядка 40-50 человек. Техники около 10 единиц, ну там плюс-минус. Достаточно объема? Да, да. Все работы здесь планируется завершить до октября 2022 года. Общая стоимость проекта составит более 1 000 000 000 рублей. Помимо этого, компания «Ротек» реализует на территории области еще один экологический проект – реконструкция канализационных очистных сооружений в селе Городняк Конаковского района. На объекте уже выполняются инженерные изыскания на основной площадке и трассе напорного трубопровода. Планируемый срок завершения – конец будущего года. Стоимость работ по контракту оценивается в 224 миллиона рублей.